Курс «Инвестиции в будущее» рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет и будет полезен любому человеку, даже не имеющему специального образования в области экономики и финансов, потому что он поможет вам принимать правильные финансовые решения и стать богатым человеком. В нашем курсе мы поговорим о финансах. Мы поговорим о сложном просто. Мы не будем рассматривать сложные формулы. Мы познакомимся с такими понятиями, как риск и доходность, ликвидность активов. Мы узнаем, чем отличается акция от облигации. Мы узнаем, что такое валютный курс. Познакомимся с паевыми инвестиционными фондами и узнаем, что такое венчурные инвестиции. Таким образом, из курса вы узнаете, что такое акции, стоит или не стоит брать кредит, и когда это будет вам полезно, а когда может принести вред. Вы узнаете про программу государственного софинансирования, о том, как планировать свою пенсию, а также много других интересных вопросов из области финансов, которые точно пригодятся вам в вашей жизни. Кому может быть полезен наш курс? В первую очередь, тем, кто начал зарабатывать свои денежные средства. Тем, кто серьезно задумался о дополнительном образовании. Другими словами, курс «Инвестиции в будущее» может быть полезен тому, кто хочет быть финансово грамотным.